Погнали! Мне кажется, ему дать банку пива и сигарету, ему все не знает. Сейчас будем у вас. Ай-яй-яй! Что за ковырячка, блин? Кочерга, блин. Как забить нужно? Ебать, давай любому. Меняй. Забивом! What's up, ребятушки, всем здорово, и сегодня мы снимаем первый дос на мой канал. И для этого события я собрал здесь вот этих ребят, настоящие мастодонты NordX. Давайте я вам всех представлю. Сооснователь, капитан команды NordX, Виталя Биро. Лысый гений, но не шарлатан. Ой, лысый шарлатан, но не Пеп Гвардиола, а просто Тура. И человек, который сразу вписался в нашу команду, а-ля вози хотбокс до слез, Даня Сыч. Ну и мешать этим парням сегодня, нарушать все их правила, выполнять все их футбольные задания будет Кип, вратарь NordX. Погнали! Ну что, ребят, пока наши участники разминаются, я объясню по-быстрому правила. Снимаем мы сегодня пародию нашего импровизации, футбольную импровизацию, которая называется «Меняй». У нас у каждого участника будет по 10 баллов, и они будут выполнять футбольные задания. Но задания непростые, в них есть подвох. Этот самый подвох будет написан в скобках. Мы будем тянуть задания через рандомайзер. И задача наших участников – как можно быстрее отгадать свои условия, при котором нужно выполнить свое задание. У кого больше баллов по итогу, тот и выиграет. Ну что, Виталь, дубль номер два? Дубль два, поэтому сейчас сделаем все красиво. Я уже на опыте, знаю, что сейчас будет. Смотрим, кайфуем. Погнали. Забить ламшот нерабочий нам. Он сам должен допереть мозгами, как он должен ударить. Что там? Виталь, ты проиграл. Че, у тебя ламшот? Виталь очень любит ламшоты. Я просто не понимаю. В тот раз мы записывали тот ролик, который не вышел. Его не будет, к сожалению. Один мотор. Меняй! Надо просто сделать и все красиво. Что это такое вообще? Сейчас сломай. Все, капец. Ты ж не добьешь. Ты не забил? Меняй! Тут медиафутбол, мы имеем реальные деньги! У меня первое задание было угадать, что? Давай, я верю в твои мозги. Че ты думаешь, как он забьет? Я думаю, он сейчас хорошо начнет. Он догадался, Не рабочий. Не меняй. Хорошо. Я так и думал, что он сразу поймет. Первую попытку угадал сразу. Что за ковырячка, блин? Кочерга, блин. Не уедет. Он тебя уходит. Он не хочет, чтобы ты его трогал. Ты там что собрался-то, это, а? Ой-ой-ой, он забил! Ну что, ребятки, забил с третьей попытки. Тяжело, но удар такой плохой получился. Я вот этим местом ударил, вроде подъемчиком, да, но как бы... Очень-очень-очень тяжело было. Да, блин, кочерга у тебя какая-то вообще, ну что это такое было? Ну я ж забил. Крота там словил какого-то, поймал? Ну я ж забил. Блин, ну ладно, твоя правда. Ну сейчас Туру будет делать, сейчас посмотрим, что он сможет сделать. Давай смотреть. Здорово, Тур. Привет. На самом деле, я уверен, что я выиграю. Самое главное — это включить голову. Это самое сложное — угадать, что мне выпадет. Как думаешь, с какой попытки? Угадаю? Да. Три максимум. Вот. А так я даже не почувствую. Найти победителей. Вы специально делаете так, чтобы мне что-то ужасное выпало? Чтоб я никогда в жизни не догадался. Я думаю, можно заканчивать. Как ты думаешь, он проиграл? Да нет, он догадается. Я думаю, попыток 5 потратит. Ну я думаю, у него левый-то хороший. И что там? Лонгшот тур. Лонгшот? Ага, давай, думай. Меняй. Ой, меняй. 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 Ладно, будь неплохая, но меняй. Пип, давай, пап. Ладно, фантазист человек. Меняй. Это было красиво, вот, но да, меняй. Из-за спины. Ай-яй-яй. Здорово, не меняй.
Оно хорош. По поводу того, что я должен был угадать с трех попыток, да, к сожалению, не смог. Сложное задание было. Я просто, в принципе, челленджи не смотрел толком и не понимал, как это может быть. Ну а так, гол есть, красивый удар есть. Ну так вот, я их выиграю, по-любому. Это, так сказать, дебют мой на канале. Я хочу провести его прекрасно и очень успешно. Так что буду стараться. С какой попытки угадаешь? Ой, слушай, ну давай не буду себя переоценивать. Ну, с третьей, думаю, да. Думаю, с третьей. Удачи. Спасибо. Ой-ой-ой. Я думаю, он сделает со второй попытки, он угадает. Сделает, но он с четвертой. У меня выход один на один, но как забить нужно? Окей. Меняй. Меняй. Где там стоит, скучает уже. Жить на сигарете там. Да, да. Мне кажется, ему дать банку пива и сигарету, ничего не изменит. Нет, меняй. Пяткой? Меняй. Да, да. Все правильно. Да. Все правильно. Довольно сложно на первый раз-то. Один на один. Еще придумать, как забить. Это посложнее, чем на лонгшот. Но я справился. Красава. Спасибо. А вы что, камеру не протираете? А я протру ее. Вот сладкие, вы теперь чистенькие. Погнали. 7 попыток. Мне кажется, я могу вообще на все делать. Просто, да. Главное угадать. Сейчас посмотрим. Ну что? Второй раунд вытянем этому. Давай. Тыркой. Ага. Значит, смотри, какой прикол. Ага. Давайте мы сейчас с вами сделаем. Забить выход один на один против тура. У тебя выход один на один с защитой. Ебать, давай любому. Че рейки сюда? Предположим. А, то есть это кто-то из вас еще там написано, что ли, там, тура? Ха-ха-ха, да. Какой попытки он поймет, что это буду я? Мне кажется, он слишком быстро все понял. Ой-ой-ой! Просто очка туда. Меняй, Виталь. Ура! А это сюда. Давай. Ай, хорош. А! Ну, получается, не меняй. Не меняй, брат. Не-не-не-не-не-не-не. Подыграй, Тур, подыграй. Ой, давай, не надо. Ха-ха-ха! Ой-ой-ой! Как он выгрызает, я! Сейчас эта шапочка ему дает, блядь. Ой-ой-ой! Ой! Ай-яй-яй! Ну каков актер, а? Ой! Капитана домой. Хотел сделать красиво, забить рабона еще, но не получилось. Поэтому вылетел первый. Мне кажется, я могу вообще на все делать. Кип, ты как? Нормально, отдыхаю. Тебе по кайфу? Да, делать нечего. Слабенькие они какие-то. Вообще нулевые. Второй раунд, в первом раунде я не смог быстро угадать. Сейчас, думаю, будет, наверное, чуть-чуть полегче. Голову включаем, думаю. Шапочка помогает. Шапка – это, ну, это талисман. Реально, я что-то так уверенно себя чувствую в ней. Это круто. Тура, второй раунд. Погнали.
Слушай, интересно. Ну интересное задание. Мы просто говорим, что его задача на чехане 5 раз, он должен сам выпереть. Какое число из тела ему это надо сделать? Очень интересно, что там выпадет. Очень интересно. Твоя задача начеканить. Пусть это будет 5 раз, но какой части тела? Догадайся сам. Мой актер. Мой актер. И за мячом, брат. Не меняй. Здорово, ты угадал. Бля, как так-то вообще? С первого раза угадал. Идите, знаете, куда? Меня опять слили. Давай, затемнение. Выход один на один со мной, любой. Изи вообще. Вообще изи. Это завтрак чемпиона и шапка. Получается второй раунд, 4 попытки. Ну, я думаю, сделаю. Нужно постараться. Все, Тура вытащит. Красоту какую-нибудь. Забить верхом, ворота с центром. Тебе просто... надо забить верхом ворота. Ты должен угадать точку. Да. Считаю то, что он не догадается. Я почему-то в его мозгах немножко сомневаюсь. Меняй. Да. Не надо, чтобы он не забил. Только ты не знаешь самого главного прикола. Блин, там еще какие-то подводные камни. Тут есть подводные камни, естественно, я про них не буду рассказывать. Все, понял. Победитель печет пирог из вишни. Давай. Не меняй. Все. Да! Малышей просто вот так вот. На легкой, ёпта. Отдыши, братан. Ну, сейчас подводные камни меня выебут по-любому. Чтобы ты понимал, тут не будет приза. И тут победитель, он же становится проигравшим. Ай-яй-яй-яй-яй. Че, ребят, 2 раунда позади. Победитель у нас вышел. Тура. Но, как говорится, правила челленджа созданы для того, чтобы их нарушать, правильно? Мой канал, мои правила. И сегодня мы решили так. Виталий у нас вылетел первый. Вылетел, и хрен ты с ним. Но у нас есть Сыч, который вылетел второй. Поэтому сейчас, ребят, между Турой и Сычом будет последний финальный раунд. Мы сейчас вам вытянем одно задание, но будет у вас общее. Кто из вас быстрее догадается, что нужно сделать, тот выиграл. Ну погнали, чё? Давайте, удачи. Давай. Выиграет сильнейший. Я выиграю. А, вот без так, оговорок. Да, значит, вот так вот. Я просто рано начал радоваться и думаю, что сейчас я облажаюсь. Нет, я в себе уверен, тем более у меня шапка, талисманчик. Ну, четко. Я тоже в себя верю. Но я думаю, победит все-таки тот, кто не то чтобы сильнее, а тот, кто придумает быстрее. Тот, кто умнее. Да. Тор, как ощущения, когда тебя так опрокинули в конце? На самом деле, мне стало немножко страшно, я думал, пиздец, почему я выиграл, должен еще наказание какое-то выполнять, но на самом деле все обошлось, и сейчас будем куваться. Так, ну что, еще финал, Сыч против Туры, как вы думаете, кто выиграет, пишите в комментарии, я думаю, Тура заберет, я думаю, он больше заслуживает победы, чем Сыч. Мы с Лехой сейчас будем тянуть. Погнали. Выберем им задание. Чё, ребзя? Испечь пирог. Чё, пацаны, у вас кроссбар. Ваша задача ещё угадать, с какой точки нужно попасть. Ай-яй-яй. Ну чё, готовы? Я готов. Да, конечно, я готов. Чё, кроссбар вы... это, ну, почти моя тема. Ты выиграешь? Да, я думаю, да. Или ты выиграешь? Я не буду громких слов говорить. Сначала сделаем, потом пообщаемся. Ты просто покажешь, да, всё на деле? Да, да. Ну, погнали. Меняй. Меняй. Смотри, что делать. Не меняй! Давайте вар посмотрим. Мне показалось, что это крестовина. Ну, мне кажется, ближе к штанге. Плавили Сыча просто. Ну вот и все! Как он это делает? Как он это делает? Ты живой? Хорош, брат, блядь. Спасибо, брат. Хорош. Не, ну молодца. Сыч выиграл, поэтому он печет пирог на всю команду из вишни, из черри. Ну чё, ребят, вот такой челлендж у нас вышел. Настоящая драма у нас в финале. Вроде как Тура должен был забирать, но... У нас победитель Сыч. Ну и вот тебе приз от нашего канала. Победой! Там кассета, ретро-кассета. Бля, с порнухой. Книга. Там вишневый пирог. Ой-ой-ой. С порнухой кассета. Ой, бэнк! Ой-ой-ой. То, что надо. Блогерам. Спасибо.
лично для нас это вообще шикарно. Да, это шикарно. Да, да, сейчас кровать нужно? Нет. Там ничего нет. Там ничего нет. Сюжетный твист просто вообще. Мы тебе просто дали коробку. Ты открываешь, а там айфон. Да, да. Ты открываешь? Коробка. Ты открываешь, а там нихуя. Бумажка. Блин, кайф. Ребят, вот такой челлендж у нас вышел. Пацаны старались, отдали все свои эмоции. Вообще молодцы, красавчики. С вами канал Черри. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно увидимся в следующих видео. Чё ты думаешь после того, как тебя так бортанули жестко в финале? Ну да, это очень неприятно на самом деле. Я думал, то, что без сомнений выиграю. Ну правда, я вышел на уверенном. И я думал, то, что, блядь, я сейчас просто покажу мастерство джиу-джитсу. Показал. Но вот, к сожалению, кроссбар, да, ну, мне он очень трудно дается. Но если я где-нибудь во дворе бы малышне показывал, то я бы все три подряд попал бы. Да, закон подлости. Данька хорош, спасибо им большое. И самое главное, спасибо большое Черри за этот интерактив, за этот видос, за то, что пригласил. Оп, Черри. Вот так вот.